это прекрасно. Любовь к мужчине или к женщине, кошкам, ко всему живому. Как это трогательно и возвышенно, да? Но все это красиво только на сцене или на бумаге. Любовь — это мерзкий, романный обман, придуманный. Да, мужчинами! И как в итоге, вчерашние влюбленные сегодня готовы перегрызть друг другу глотку. Да, да. Вы уж поверьте опытной женщине в самом соку. Ничего так нестабильно на земле, как чувства. Сегодня они есть, а завтра их нет. А вы спросите, почему женщины верят в любовь? А я вам отвечу, чтобы хоть чуть-чуть побыть счастливыми. И чтобы иметь это счастье. Порой приходится идти на определенные меры. Но никогда и ничего личного. Только деловые отношения.